Топливо изготавливалось в Новосибирске. Значит, на одном из предприятий, входящих в группу компании ТВЭЛ, значит, на стадии изготовления оно проходило соответствующие проверки по качеству, как специалистами российскими, так и специалистами атомной станции. Вот, и доставлено без никаких-либо происшествий. В настоящее время осуществляется его выгрузка, значит, с спецплатформ, доставка здания хранения, где оно будет храниться, и обеспечивается его входной контроль. Мы сейчас находимся на стадии, так называемой стадии ревизии оборудования. Это то оборудование, которое прошло этап горячей обкатки на нормальных рабочих параметрах проектных. Значит, в соответствии с регламентами до физического пуска оно проходит необходимую ревизию. Значит, кроме этого, мы должны еще провести на этом этапе более 300 испытаний различных, ну, в соответствии с регламентами. Ну и на этом этапе, конечно же, устраняются все шероховатости, которые где-то появлялись. Вот. Ну и к переходу к следующему этапу, конечно же, получить лицензию регулирующего органа на переход к следующему этапу физпуск. Это большой объем очень работ, который мы никак не форсируем и очень жестко контролируем как со стороны заказчика, так вот и регулятор у нас очень жестко контролирует, чтобы все было выполнено в соответствии с регламентами. В графиках, которые у нас представлен генподрядчиком, мы планируем в июле где-то быть готовым к этому этапу.